Здравствуйте, я врач-ревматолог, зовут меня Александр Петрович. Я живу и работаю в Калининграде, и в последние несколько лет я специализируюсь в относительно новом направлении ревмоортопедии. Это означает, что я занимаюсь лечением как ревматологической, так и определенной ортопедической патологии, которая зачастую неразрывно связана. В частности, хотел бы осветить свое мнение о лечении такой болезни, как остеоартрит крупных суставов, методом локальной инъекционной терапии препаратами гиалуроновой кислоты. Остеоартрит крупных суставов приносит человеку очень много мучений. Порой на то, чтобы убрать боль, отек системными медикаментозными средствами или физиотерапевтическими методами лечения требуется очень много времени. Но процесс выздоровления можно ускорить, если вводить лекарственные средства непосредственно в сустав при помощи инъекций, которые в свою очередь являются малоинвазивными, но при этом высокоэффективными способами лечения. Почему же при остеоартрите эффективна гиалуроновая кислота? Основой заболевания является износ хряща. Хрящ – это такая прослойка между двумя концами соединяющихся костей. В процессе течения болезни выделяются стадии, которые характеризуются степенью выраженности этого износа, вплоть до полной утраты хрящевой прослойки, и в этом случае неизбежно оперативное лечение. В процессе износа хряща обязательно участвует воспаление, поэтому человек ощущает болевой синдром. Хрящ не имеет собственных кровеносных сосудов и питается он диффузно из синовиальной оболочки. Одним из основных компонентов хряща является гиалуроновая кислота, которая синтезируется в синовиальной оболочке и в большом количестве содержится в синовиальной жидкости, которая как раз таки омывает и питает хрящ. В процессе воспаления участвуют ферменты, одним из которых является гиалуронидаза. Это фермент, который расщепляет гиалуроновую кислоту. Из всего вышесказанного очевидно, что формируется так называемый порочный круг, в котором разрушение провоцирует воспаление, а воспаление, в свою очередь, активизирует разрушение. Своевременно врач назначает комплексное лечение, которое варьирует от стадии процесса и выраженности симптомов, но практически всегда включает в себя введение гиалуроновой кислоты внутрисуставно. Это введение приводит к качественному изменению состава синовиальной жидкости, улучшению ее лубрикативных свойств. Изменяя ее вязкость, выступает в роли некого амортизатора. Уменьшая воспаление, купирует болевой синдром. А самое главное, что замедляет, а в некоторых случаях и останавливает прогрессирование основной болезни. Локальная терапия остеоартрита гиалуроновой кислотой – это современный и неотъемлемый способ лечения, которым пользуются во всем мире. Конечно, это не панацея, и применять данный метод лечения нужно только в комплексе с другими методами, а самое главное – у опытного специалиста, который сможет грамотно оценить как показания, так и противопоказания в каждом конкретном случае, и, что очень важно, выявить причину страдания сустава. Всем крепких и здоровых суставов! Пока!